Starfield — игра, которая должна была бороться со злом, а не стать ей. Сегодня вам покажу 10 лучших модов, которые на данный момент вышли на Starfield. Также после этого ролика не забудьте посмотреть другие предыдущие мои выпуски по Starfield, которые я уже сделал. Ссылка на полный плейлист будет в описании. Ну а первый мод сегодня открывает — это женское новое пышное тело. Это самый первый мод на Starfield у нас вышел на женские тела. Мне, конечно, трудно судить, хороший он получился или нет, так как я уже не любитель. Кучу модов уже повидал в Скайриме на женские тела, что на Starfield мне это кажется самое первое, ну, обычное. По стандарту, так вообще в Starfield ужасное тело, на самом деле, какое-то нелепое, плоское, квадратное, как шкаф. Не в обиду, конечно, сейчас женской половине моей аудитории, но даже в Скайриме стандартные женские тела выглядели получше. При скачивании, если вы ставите вручную, вам нужно будет скачать только вот этот один файл в разделе «Дополнительное», а не сам главный файл. Это только для тех, кто пользуется мод 2. Когда скачаешь файл, его нужно перекинуть в документы игры. Ты скажешь, почему в документы? Ты что такое говоришь? А я об этом уже рассказывал вот в этом ролике, где-то у вас должна выскочить подсказочка наверху справа. Просто есть три варианта установки модов на Starfield. Первое — это в дату, второе — как раз таки в документы, что сейчас и нужно на тело, либо через мод-менеджера, если вы уже продвинутый пользователь. Также советую установить еще и второй мод на улучшение женских тел. У автора на странице мода голые сосочки торчат, поэтому я уж не буду вам показывать здесь, а просто оставлю ссылки на скачивание модов у себя на Boosty. Мод просто улучшает ванильные текстуры кожи на более-менее нормальные. Я думаю, если посмотрите ролик до и сейчас, то разница, ну, чуть-чуть будет заметной. Мне вот только интересно, как мододел умудрился создать такие тела без вспомогательного плагина и Created Kid, который на Starfield еще даже и не выпустили. Для тех, кто не понимает, почему на Starfield выходят моды в скобочках не особо хорошие, типа, а где моя планета с чужими там? Где глобальные шикарнейшие моды? Татуин там или что-нибудь такое звездное, масштабное? Пояснительная бригада Джедеда выехала, потому что еще приложение Created Kid'ы не выпустили все еще, на котором и строят все мододелы свои глобальные шикостные моды. Но, тем не менее, этот парень как-то смог слепить хорошие женские тела. Но это ладно, неважно. Хотя нет, важно, вы должны это знать, чтобы не писать, что Body Cal все говно. А все потому, что плагин не выпускают никак разрабы. На Skyrim в 2011 году он вышел через 3 месяца после выхода самой игры. Поэтому, я думаю, ждем к Новому году, когда они все это выпустят. Тогда-то и будут супер мощные глобальные моды строить. Следующий нереально полезный мод, без которого я вообще абсолютно не пойду играть никогда в Starfield, это звездные худы. Теперь, когда вы копаетесь в контейнерах или в трупах врагов на поиске того или иного предмета, вам показывает его качество. И даже сбоку сверху видно описание самого предмета. Я уже не говорю о его показателях пункта веса и цены. К тому же теперь вы можете удерживать кнопку Е и забирать все предметы из шкафчика, ну или у лута врагов. У мода много различных еще преимуществ. К тому же есть еще переведенные русабы, поэтому интерфейс у вас будет на русском. Сначала, конечно же, ставим оригинал, но уж поверх него скачиваем и устанавливаем русификацию. Если так дело дойдет, боюсь, что и бододелы заставят меня в игру вернуться. Что творится такое, а? Улучшенный боевой искусственный интеллект. Протестил этот мод, очень завлекло количество скачиваний, которое оказалось достаточно дохрена, но особо большой разницы я не увидел. Да, они реально улучшают искусственный интеллект в Старфилде. Теперь враги будут пытаться при любом количестве хп убить вас, кинуть гранату и двигаться, прятаться, а не стоять на месте, как в оригинале. Если ты даже за спину зайдешь, они вообще абсолютно не замечают тебя. С этим же модом тоже можно, конечно же, так сделать, но просто неписи будут чуть более подвижны и использовать весь свой потенциал. Автор лишь сделал так, чтобы они лучше реагировали с тем набором, что нам доступен на данный момент игры. Следующий мод перерабатывает текстуры Старфилда, делая их чуть лучше, чем они есть. Вы скажете, да блин, в игре и так уж высокие текстуры, она тормозит, и вообще на средних играю, куда мне еще HD текстуры ставить? Не переживай, друга. Это оптимизированные высокие текстуры, после установки которых FPS абсолютно не затрагивается. Не знаю, почему официалы сразу так не смогли
сделать? Ведь просто можно было получше с тем же количеством выдаваемых кадров, как заверяет сам автор мода. Ну, оставим тогда это уж на их совесть. Ёлки-палки. Следующий маленький мини-мод для строителей. Теперь в меню строительства базы вы будете видеть на 45% больше предметов, ежели в оригинальной игре. Меньше листаешь и клацаешь по кнопкам. Небольшое удобство. А следующий мод вышел на изменение брони полиции в игре на броню штурмовиков из Звездных войн. Но не терпится прям ребятам всем уже окунуться в мир Звездных войнов на этом движке. Вот и первая броня штурмовика уже подъехала. Теперь все полицаи в игре будут в них гонять. А если хочешь себе тоже приобрести быстро эту броньку, то можешь ввести вот эти же буквы в консоли, которые я у тебя сейчас на экране, в общем-то, и делаю, да? Осуждаю, конечно, читерство, это только чтобы получить броню, не более того. А ты смотри у меня, я слежу за тобой. Мы следим за тобой. Ничтожество. Следующий мод — это парень из Неаполя, который собрал в конструкторе кораблей Старфилда. Тысячелетний сокол. Это корабль такой, если кто не знает. Мод работает просто как сохранение игры. Вам нужно будет скачанный файл закинуть в документы, где у вас хранится сейв папка. Ну и посмотреть дату и время этого файла, запомнить ее и просто в игре загрузить эту же сохраненку. Если кто не в курсе, что за тысячелетний сокол, это корабль из Звездных войн. Пояснительная бригада видит Джейдеда на месте. Не все же, наверное, смотрели Звездные войны. Хотя я даже представить не могу, кто бы их не смотрел. Черт возьми, да это же классика. Если вам понадобится помощь в установке какого-нибудь мода, пишите мне на Boosty для быстрого ответа. Стараюсь вам помочь. Скажите просто «Бен, Бен, I need help». Бен? Бен? Это Данила. Бен? I need help. Ну а на сегодня все. Пишите, какой мод вам больше понравился. Ссылки-то на скачивание оставлю у себя на своем канале Boosty. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на канал, на Boosty, куда-нибудь еще можете подписаться, елки-палки. А если двигаетесь как шейхи, то можно и спонсорство оформить на Boosty. Спасибо всем, кто уже платно подписался. А вот вам, кстати, даже титры в конце ролика замутил, чтобы вы навеки остались запечатлены в этом ролике. Уф. Но...